Друзья, привет всем! Сегодня я продолжаю серию фильмов по изготовлению нимф. В предыдущем своем фильме я показал, как связать нимфу для ловли рыбы в реках средней полосы России, а сегодняшний вариант нимфы предназначен для осенней ловли хариуса и форели на реках Кольского полуострова. Надеюсь, что она будет очень эффективной в поимке рыбы и займет достойное место в вашем флайбоксе. Из какого материала она изготавливается и как, я покажу в этом фильме.
«Нимфа» готова. На этом я свой фильм заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч на моем канале. Всем пока, увидимся.